подписчикам. Короче, приехали на шиномонтажку. Боковой порез. Вот шиномонтажечка у нас тут. Грузовая, да? Сейчас спустили колесико. Колесо спустили. Немножко поелозить надо. А то оно залипает. Все, говорит. Что, пойдет? Не до конца сейчас спустила. До конца спускаем колесико. Короче, часов 6, говорит, это займет процесс. Варка. Сбоку заваривают. А снутри там уже проклейка идет. 1003 как минимум сейчас отдадим. Ладно, я и тут не буду торчать, уеду. Уголками. Порез. Все сдернулось. Низ где? С этими непилями вот проблема постоянно. Это еще короткая, блин. Да. А еще длиннее, там, блин, какая. Ждем
4 часа сказал, ну часа 4 где-то так. Снутри будет варить. Снутри варит. Снаружи варит. Снутри латка в двух местах. Еще одно место нашли там. Еще есть косячок небольшой. Сейчас 9 часов. Сам к 2 часу, он сказал, где-то так. Подъезжайте, говорит, будет готово. Сейчас тут вот на складе, склад у них. Посмотрел резину, покрышки есть. Клюшка, которую я вот тоже думал на зиму ставить, клюшка, да? Она немножко получше. Ну, дороговато, блин, 34 рубля. Я уже что-то думаю, блин, уже действительно ураган, хотя бы на зиму только воткнуть. Он просто дешевле. Просто дешевле. Тысяч за 10 можно найти. Но с ураганом. Ураган уже в одну харю уже не разбортуешь уже сам. Только на шиномонтаже. Ладно, хотел позаниматься погрузчиком, но пока он здесь стоит, так колесико в машинку не входит. Ну, посмотрел вроде как впритык, ну нахрен я буду машину свою портить, блин, колесом шарпать там где-то что-то, оно не легонькое. Ладно, ждем, должен братан подъехать, ждем. Так, ну все, ребятки, порезик мне заварили, правда, на ту сторону. На ту сторону перевернул. Вот здесь заварено. И снутри латка. И еще в одном месте. Блин, ну тут еще у меня. Тут хрен заваришь, наверное. Обороты еще? Обороты надо добавлять, блин. Обороты упали почему-то. Все, едем домой. Едем домой. Короче, 5000 отдал я за эту работку. Нехило, да? Вот так вот. Две латки, сварка, наварка, плюс разбортовка, забортовка. Так, такое вот удовольствие.